Ребята, всем привет! Я очень рад вас видеть снова на нашем замечательном канале «Строим дом своими руками». Как вы видите, у нас наступила зима, декабрь, дубак неимоверный. На стройке уже, собственно говоря, делать особо нечего, но руки они чешутся, руки хотят что-то делать, что-то творить. Так как я стал записывать блоги, появилась потребность снимать ролики, в которых есть техническая информация, которой очень много. То есть я ее знаю, но знать ее вот настолько технически задачи нет. Знать вот все доскональные вопросы. Но тем не менее, хочется донести их до вас. Вот в том ключе, в котором они должны быть. Ну и для таких целей я изобрел... Я повторил, по сути, изобретение, сделанное уже до меня. Короче, система суфлер — это классная такая штука. Ее ставишь перед собой, туда ставишь камеру, записываешь текст, который ты хочешь сказать на публику, и, собственно говоря, ты его читаешь по ощущениям, как будто ты его говоришь. Я попробовал за выходные эту конструкцию смастерить, и, собственно говоря, друзья, вот что получилось. Смотрите, оценивайте, пишите свои комментарии, пишите свои советы, насколько эта штука вам, в принципе, понравилась, и как вы считаете, насколько она годная вообще к использованию. Thank you.
Я уже использовал первый раз эту систему. И когда я говорил в эту штуку, в голове была мысль: блин, круто, что у меня эта штука есть. На самом деле, если вы просто загуглите в интернете суфлер, например, там для телефона, то вы вот такую маленькую коробочку увидите российского производства, сейчас начали делать, цена там 7000 рублей. За маленькую, такую маленькую коробочку, представляете? Ну, делать ей нечего. Привет всем, ребята. Слушайте, никогда зимой не заходил в наш бор, который напротив дома. Все время это... Ну, я, честно говоря, очень давно в принципе в него не заходил. Я хочу у вас спросить один такой момент. Ребят, кто разбирается вообще в этом... в ботаничестве, да? Вот посмотрите, что здесь творится с деревьями. Они все у корневища имеют какую-то загогулину. Кто-нибудь может сказать, что это за фигня? Это какая-то болезнь или это нормально? Посмотрите. Вот. Все деревья. Это я не просто место нашел какое-то. Это я, в принципе... Вот если вы вдаль сейчас даже глянете, вон туда, смотрите, каждое дерево имеет... Вот оно выросло, вот так повернулось и пошло дальше расти. Это что? Это больной лес? Или это... Вот эти вообще прикольно, смотрите. Нифига себе, смотри. Оно вот так загнуло, и это дерево в это вросло. То есть получается, это кто, клен, да, наверное, врос в сосну. Слушай, ну это жесть. Вот такие вот чудеса у нас тут творятся. Кто знает, парни, девчонки, напишите. Интересно же реально. Вот такая вот беда у нас тут. Вообще была мысль немножко почистить, например, вон мой дом, через елку, через деревья видно, да? Летом, конечно, это все бурелом, сейчас более-менее можно посмотреть. Это, наверное, лет 7-8 назад заезжала компания, они прорезали первый вот этот ряд этой просеки и бросили, устали, видимо. А может быть, лес оказался для них нифига не нужный такой, больной, может, я не знаю, честно. Ну, короче, дальше они прореживать не стали, и летом в этом лесу просто глухомань, потому что деревья слишком близко растут друг к другу. Может, они этих корневищ испугались страшных. А вообще была мысль такая, вот тут почистить, например, да, и можно было бы так прогуливаться. Может быть, здесь какие-то грибы есть даже. Мы сюда вообще летом не лазим. Во-первых, я не знаю, может, даже клещи есть, вот. Но белок тут нет точно, здесь... Есть ежики. Да, кстати, почему мы думаем, что здесь есть клещи? Однажды мы поймали ежика на просеке. Ну, он перебегал дорогу, я решил детям показать, взял его, а потом привез домой. Мы перевернули, смотрим, а у него все пузо в клещах, короче. Мы поняли, что что-то это нифига не хорошо. Вот, и, наверное, здесь они есть. Но я, честно, ни разу еще не снимал, слава богу. Ну, смотрите, вот смотрите, друзья. Ну вот что это такое? Первый вопрос, что это такое? Второй вопрос, как это вот так? Смотрите, тут кто-то пожрал, видимо. Вот, осадили этот лес в 56-м году. 56-й минус 2019. Что получается? Правильно, друзья. Вот эта цифра. Лес всего лишь 360 метров в глубину. Вот это как вообще? 360 метров, и все, и мы выйдем в деревню на самом деле. Я думаю, что вот сейчас зимой тут пройти просто легко. Единственное, что нет никакого смысла. Ребятушки, знаете, докуда мы дошли? Вот здесь была старинная дорога такая. Это после моего участка. Где-то участка через три. Я даже раньше о ней не знал. Однажды поехал, смотрю, дорога проложена. Ну, о, нифига. Надо катануть, короче. Поехал по ней. Вот, видите, отсюда начинается прям, и все, вот идет. И, ну, я не знаю, можно ли это на камеру, короче, вот там один дядька, сейчас он, по-моему, умер, построил себе реально коттедж крутейший. Ну, дядька, говорят, из таких ребят, которые не совсем в ладу с законом,